Доброе утро, друзья! Доброе утро всем тем, кто начинает новый день вместе с вами. Сегодня для вас в прямом эфире на протяжении 2 часов работает Александр Ткачев и Ирина Брилюк. Доброе утро, телезрители! Сегодня сразу же на 2 телеканалах. Первый крымский, Крым-24. Мы будем рассказывать вам самые интересные, пикантные новости, которые собрала для вас наша команда. А делать мы это будем с такой экзотической локации «Зимний сад» Академии строительства и архитектуры. Но я предлагаю сделать небольшой анонс и узнать, что же сегодня вас ожидает на протяжении 2 часов прямо сейчас. Мир корреспонденции или полная сумка посылок. С Илья Салямова приоткроют завесу тайны профессии почтальона. Талантливый актер, признанный мэтр и с недавних пор заслуженный артист России. Какой он, Виталий Таганов? 49-й размер ноги, рост 2 метра 10 сантиметров. С какими житейскими трудностями сталкивается симферопольский великан? 67 лет отмечает действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. О его заслугах и важных деталях биографии. Обручальные кольца, свадебный каравай, букет невесты. Что волнует молодоженов и как подготовиться к свадебному сезону? Обо всем этом и не только в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Дорогие друзья, напомню, сегодня 7 октября, сегодня понедельник, но, как известно, понедельник – день тяжелый, но он гораздо легче встречается и воспринимается, если сидеть на таких удобных креслах, которые нам предоставила компания-партнер, компания «Фавила». Большое вам спасибо за этот гарнитур. Я думаю, что сейчас самое время переходить к новостям. И у меня есть что сказать. Так, например, среда бывает некомфортная. В Ялте подрядчик начал реконструировать 2 двора еще в 2017 году. Однако, снявший асфальт и убрав, демонтировав ограждение, работы оставил незавершенными. И что же теперь делать? Только в этом году за счет муниципальных средств работы были доведены до ума. А вот как обстоят дела с работами по программе формирования комфортных условий в других городах Крымского полуострова, а также районах, узнавал наш корреспондент Марина Осокина. 2 года жильцы дома на Киевской 7 ходили по горам щебня и песка вместо свежего асфальта. Работы подрядчик начал в 2017-м, получил аванс и исчез. Покрытие было разрыто, брошено, и таким образом оно достоялось до 7 сентября. Здесь не было асфальта 2 года. Здесь не было асфальта, да, 2 года, с декабря 2017 года. Точно так же экскаватором были разрыты ступеньки. Были брошены, здесь была яма, стояла лужа. Поэтому люди вынуждены были, особенно, можете себе представить, стариков, мамочек с колясками, подниматься на стенку. Поручней нет, держаться не за что, да и скамеек в 2 раза меньше, чем было в проекте. Можно было бы подумать, что заботливые жильцы по всему двору развесили кормушки для птиц. Но на самом деле это мусорные урны. Так люди выходят из положения, ведь настоящие нормальные урны подрядчик им так и не поставил. А в соседнем дворе гадают, когда же им вернут ограждение и уберут мусор с клумб. У нас стоял здесь хорошее ограждение, забор, который строители сняли, вывезли, сдали на металлолом, начали ставить новое ограждение и закончилось. Куда делся весь остальной забор, мы не знаем. Доделывать разрытые дворы пришлось администрации Ялты за муниципальные деньги. Заасфальтировали, провели освещение, ставят бордюры. Подрядчиком у Нижкобстрой выиграл конкурс по благоустройству 12 дворов. Часть дворов сделана полностью, часть дворов, данный пример. Приехали, здесь часть установили, часть перекопали и уехали. Все. Администрация, соответственно, подала в суд. Первый суд был проигран. На второй суд, на апелляцию, которая на данный момент идет, была назначена судебная экспертиза. Если решение суда будет в пользу администрации, деньги, потраченные на благоустройство, уже второй раз взыщут с подрядчика. Такая же история во дворе на улице Свердлова. Только здесь уже новый подрядчик перестал возводить детскую площадку на полпути. 4 раза они появились. Мы не знаем, когда это все закончится. Дело в том, что скоро пойдут дожди. Мы боимся, что дети опять останутся без площадки. Или же это будет делаться очень все быстро и плохо. Ситуацию мониторят активисты Общероссийского народного фронта. На всех этапах борьбы за свои комфортные дворы стараются помогать жильцам. Видим, что у людей есть много замечаний, есть много предложений. По каждому из пунктов мы, безусловно, сейчас напишем и в администрацию города, и в Министерство ЖКХ, как контролирующий орган. И попросим, чтобы все этим время ушли. Я думаю, обязательно большинство этих замечаний будет учтено и устранено. С
столице Крыма уже завершили работы даже на самых проблемных участках. Двор на Севастопольской 70А долго ждал преображения. Здесь когда-то была старая очень площадка, оставались только ошметки такие вот от горки. Вот. И сначала построили спортивную площадку, не было ни ограждений, ничего, но люди начали приходить, и потом сделали детскую площадку. Стало очень комфортно, очень красиво, и много народу всегда приходит, и допоздна прям гуляют здесь. На севере Крыма ситуация тоже исправляется. Армянск, Симферопольская, 9. Освещения и парковок во дворе нет, игровые комплексы родом из Советского Союза. Жильцы единогласно решили участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Мы эти дороги заменим, тротуары сделаем. Тут будут детские спортивные сооружения. Конкурс проведен, подрядчик определен, скоро начнут. А во дворе 27-го дома 2-го микрорайона и на 7-м бульваре работа уже кипит. Сначала укладываем объем, потом резку ставим. Последний этап – укладка тротуарной плитки. Завершение по контракту – конец ноября, но планируют сдать раньше. За работой наблюдают местные жители. Шум тяжелой техники от занятий физкультурой не отвлекает. Не мешает. Все к одному, лишь бы все это было устроено вовремя, лишь бы все уложили в сроки, и людям будет радость, и детки будут кататься здесь. В текущем 2019 году в рамках национального проекта развития современной городской среды у нас реализуется по трем направлениям. Первое – это реконструкция бульвара номер 7 во 2-м микрорайоне и капитальный ремонт двух дворовых территорий – Корявка 27 и Симферопольская 9. Общая сумма инвестиций составит порядка 25 миллионов рублей. На формирование комфортной городской среды в Крыму потратят больше миллиарда рублей. Это и федеральный бюджет, и республиканский, и местный, и даже деньги инвесторов. В этом году уже ввели в эксплуатацию, принято 4 общественных территории и 2 дворовые территории уже приняты. Всего на протяжении 2019 года планируется обустроить 21 общественную территорию и 17 дворовых территорий. Первыми справились Евпатория, Симферополь, Белогорск. До конца года все остальные объекты планируют сдать. Марина Осокина, Евгения Довжик, Роман Ананьев, Дмитрий Лалетин и Анна Ничуговская. Новости 24. Успеют в срок. Уже буквально в течение месяца в Комсомольском парке в Керчи появится пешеходный Крымский мост и сухой фонтан. Строящийся арт-объект будет достигать более 100 метров квадратных. Наш корреспондент Мария Антишина побывала на месте грандиозной стройки и готова поделиться увиденным. Реконструкция этой зоны отдыха началась еще в прошлом году. Проект так называемого «сухого фонтана» создали по результатам конкурса и опроса местных жителей. Его уникальность в том, что вся техническая часть конструкции спрятана в грунт, и вода бьет сразу из-под земли. Подрядчика выбрали только со второго раза. Для выполнения работы искали проверенных и опытных специалистов. Нам, в принципе, было интересно зайти на него и вот сделать такие объекты, как фонтан. Тем более он необычный, он сухой. Это тот фонтан, в который нельзя будет нырнуть, но он будет интересный, светомузыкальный. Будущий арт-объект займет больше 100 квадратных метров. Сейчас устанавливают еще один. 16 свай и одно монолитное пролетное строение. Рабочие уже готовят основания под будущую миниатюру Крымского моста. Кстати, по нему можно будет прогуляться пешком. По словам подрядчика, в начале ноября здесь установят белоснежные арки. Длина всего мостового перехода составит 55 метров. Виталий Олейник, коренной кирчанин, старается чаще выбираться в обновленный парк. Нравится наблюдать за глобальными переменами любимой зоны отдыха. Я даже помню, каким он был в 1972 году, что здесь вообще ничего не было. Здесь был пустырь, вот, Пошивальникова. И от Пошивальникова здесь вот только кусты, там какие-то деревца были, вот тут. Там были частные дома вот в конце парка. В прошлом году здесь установили новые скамейки, освещение, уложили тротуарную плитку. Ко второму этапу реконструкции Комсомольского парка приступили несколько месяцев назад. На данный момент, на 2019 год, будет сделан фонтан сухой, будет сделан общественный центральный круг и сделаны тротуарные дорожки. Также будут установлены такие же мафы и такое же освещение. Работы выполнены уже на 40%. Полностью преобразят зону отдыха в декабре 2019 года. Мария Антишина, Александр Коваль, новости 24, Керчь. Воздушное шоу, приуроченное к переходу на цифровое вещание, собрало лучших парашютистов страны и 20 лучших ведущих журналистов с федеральных каналов. Свой первый прыжок с самолета Ан-2 совершил исполняющий обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. А вот наш корреспондент Марина Осокина побывала в самом центре событий и поделится своими впечатлениями.
Огромный цифровой флаг страны, все 20 обязательных телеканалов на земле. А в небе в это время парашютисты с развивающимися флагами поменьше. Коррективы в траекторию полетов пыталась внести погода, но спортсмены справились с задачей. Там ветер все еще присутствует, у земли он слабее, чем в небе. Соответственно, приходилось лететь задом. Мы не видели, куда мы летим. У нас по сторонам были еще парашютисты. Старались доставить себя на землю безопасно и аккуратно, не помешать ни себе, ни другим. По сценарию следом должны были прыгать журналисты федеральных уже цифровых телеканалов в тандеме с опытными инструкторами. Но и здесь пришлось подождать. Главный враг парашютного спорта – это ветер. Самая комфортная скорость для прыжков – это 7 метров в секунду. Сейчас она в два раза больше, плюс низкая облачность. Это небезопасно, поэтому все прыжки откладываются, и ждать можно довольно долго. И вот журналисты по очереди в самолет Ан-2 взмывает в небо. С 3000 метров под разноцветными куполами. Приземление мягкое, и сразу первое интервью и стендапы. Картинка непередаваемая, невероятно яркая, которую вы сможете прямо сейчас увидеть. Но перед прыжками обязательно подготовка. В тандеме главное – четкое выполнение инструкций. Для того, чтобы выпрыгнуть из самолета и не оказаться в беспорядочном падении, нужно руки убрать вот сюда. А когда вас тандем-инструктор похлопает по плечу, раскинуть их как крылья у птицы и почувствовать себя парящей над землей. Для тех, кто прыгал в одиночку, подготовка более длительная. Тренировки на земле, в зале, в самолете. Ведь под куполом неба помощников не будет. Оттачивают каждое движение и, главное, сам прыжок. Ready, set, go! Воздушное судно поднимается в небо, и вот участники один за другим с парашютом. Свой первый прыжок самолета Ан-2 совершил исполняющий обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Приземление удачное. Поздравляю вас с выполнением. Спасибо. Прыжка. Вы стали у нас настоящим парашютистом. Совершил прыжок с парашютом самолета Ан-2. Высота десантирования 1100 метров. Скорость 140 километров в час. Жесты поддержки, которые ребята все время там делали друг другу и делали мне. И этим они поддерживали, чтобы убрать волнение. И когда уже перед прыжком волнение уже не ощущалось. К переходу на цифру полуостров уже готов. Работают 44 вышки, из них 38 в Крыму и 6 в Севастополе. 95% территории Республики Крым покрыто хорошим вещанием цифрового телевидения. Дело за будущим, я думаю, до 2021 года будет 100%, потому что в Крыму такой горный рельеф, где иногда сигнал не передается, но эти антенно-мачтовые сооружения непосредственно специально смонтированы так, что можно будет донарастить. Акция в Крыму завершилась уже поздно вечером. Яркая, насыщенная, такая же, как новая, качественная, цифровая телекартинка. Марина Осокина, Анна Ничуговская, Алексей Стороженко и Анатолий Агеев. Новости 24. Нужно сказать, что, наверное, каждый житель Крыма оценил то, что последние несколько дней совершенно не октябрьские. Они выглядят просто как среднестатистический зимний день где-нибудь на южном берегу Крыма. Очень холодно. И даже вот в этом прекрасном помещении чувствуешь себя зябко. Поэтому, признаемся честно, надели свитера, чтобы, несмотря на то, что здесь прохладно, но вас, дорогие телезрители, согревать своими рассказами. Конечно, передавать вам долю позитива для того, чтобы ваш день был солнечным и ясным, несмотря на погоду. А вот как раз-таки о том, какая же синоптическая ситуация ожидается в течение дня, давайте узнаем из следующего прогноза. Thank you.
Я предлагаю дополнить анонс небольшим озвучиванием синоптической картины. Итак, сегодня в Крыму ожидается штормовое предупреждение, поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. В Симферополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до 7, тепла днем до 17. В городе в Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. А температура воздуха ночью 7-9 градусов, а днем прогреется до 16 и 18 градусов тепла. На южном берегу Крыма без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем до 18 тепла. Керчи также переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный 6-11 метров в секунду. И температура воздуха ночью 9-11 градусов, а днем 16-18 градусов тепла. Нужно отметить, что по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность в лесах полуострова. Ну и более приятная информация для тех, кто все-таки немножко в душе морж. Температура морской воды в Черном море все еще сохраняет свой, ну скажем так, условно-комфортный показатель. Итак, в Феодосии 20, в Алуште 19, в Ялте 19, в Севастополе 19, в Азовском море 18 тепла. Я уверена, что телезрители возьмут на заметку, а мы двигаемся дальше. И хотелось бы рассказать такую новость, что в одном из торговых центров города Симферополя открыта комната матери и ребенка. Слышал об этом? Слышал, конечно, и теперь все мамочки, которые приходят в торговый центр со своими малютками, имеют возможность перепеленать их в случае, если произошла известная всем авария, ребенка даже обмыть, потому что это предусмотрено, горячая вода и специальные контейнеры, где можно совершить омовение такое. Поэтому можно сказать, что теперь можно идти абсолютно безопасно во всеоружие в торговый центр и там знать, что всегда можно совершить все необходимые гигиенические процедуры. А это прекрасно. Новость, а я предлагаю переместиться на улицу Ялты, где находится дом-музей, из которого планируется проводиться такая акция, как возможность посетителей отправить открытку в любую точку Крымского полуострова, возможно, и не только, так называемая Чеховская почта. Вот, и даже сотрудники дома-музея утверждают, что если такая акция, ну, как бы поддержат ее люди, то ее могут перевести даже на постоянную основу. То есть можно будет отправить открытку практически в любой день месяца и недели. Ну, я думаю, что с улицы Ялты все-таки пора переместиться на улицу Симферополя, где прямо сейчас находится наш мобильный корреспондент Сабина Петренко. И она готова рассказать нечто очень интересное. Сабина, доброе утро. Доброе утро. Коллеги, доброе утро, наши дорогие телезрители, которые встречают сегодня этот день вместе с нами. Что я вам могу сказать? Погода сегодня бодрая, можно так сказать, даже чувствуется, это настоящая октябрьская осень. Поэтому все те, кто сегодня еще дома и думает, что же ему надеть, в чем пойти, я вам сразу скажу, утепляемся, потому что в течение всего дня можно очень легко замерзнуть. Вот даже я, видите, сейчас очень тепло одета. И вообще хотелось бы еще сказать по поводу погоды немножечко. У нас синоптики прогнозируют повышение температуры днем до 15 градусов тепла, но, возможно, где-то местами кратковременные осадки. А вот ночью столбики термометра вовсе будут показывать от 3 до 8 градусов тепла. Вы знаете, хотелось бы сказать, что вообще в любом случае нужно думать позитивно, и у природы плохой погоды просто не бывает. Вот. И еще, кстати, у нас сегодня понедельник, просто замечательный день, и даже есть один международный праздник. Праздник у нас архитектора, вот. Поэтому все, у кого есть друзья, знакомые, родственники, архитекторы, можно их смело поздравлять с этим днем, их профессиональным, да и вообще не только архитекторов, но и всех любителей архитектурного искусства. Ну и, конечно же, пожелать еще раз всем хорошего настроения и заряда бодрости на целый день. Ну что, друзья, у меня все, передаю слово своим коллегам. В том, что продукты питания в Российской Федерации подорожают на 3,5% в течение текущего года. Это касается цены на яйца, сахар, масло и мясо птицы. Я уверена, что те люди, которые периодически сидят на диете, отказались от сладкого, вряд ли почувствуют по своему карману, что да, увеличились цены. Также даже, возможно, вегетарианцы, которые не кушают ни мясо птицы, ни яйца, тоже, возможно, не заметят. Но вот те люди, у кого большой, я бы сказала, аппетит, а такой же большой, как и их рост и даже, возможно, размер ноги, я думаю, возможно,
на себе почувствует. Поэтому с тем, с какими житейскими трудностями и сложностями сталкивается самый большой крымский житель, узнавал наш корреспондент Ольга Литвиненко. Подземные переходы, дверные проемы, низкие потолки – это то, с чем стоит быть особенно осторожным людям с ростом выше 2 метров. А чего стоит для них сесть в машину или зайти в общественный транспорт? Выбор одежды или обуви и вовсе кажется 7-м кругом ада. Кому-то достаточно легко подобрать одежду. Мода выработала определенные стандарты человеческого тела. А Владимир Семенов при росте 2 метра 10 сантиметров и 49-м размером ноги часто уходит с магазина с пустым пакетом, но полным кошельком. Рубашки, брюки, футболки. Подобрать хоть что-то в обычном магазине Владимиру практически невозможно. Кроссовки и те покупает вместо желанных кед. Пробелы шопинга восполняет интернет. На заказ обувь, ну это дополнительные хлопоты, конечно, проблемно было. И затраты дополнительные, соответственно. Кровать без второй спинки, обувь гигантского размера. Нетрудно догадаться, что в этой комнате живет великан. Даже предметы быта соответствуют хозяину. Что это за кружка и откуда она у вас? Моя, можно сказать, рабочая кружка. Да, здесь литр жидкости вмещается в нее. Подарок возлюбленной девушке. Стремительно расти Виктор начал еще в школе. В 16 лет отметка возле двери превысила 1,90 м. Но забрасывать мяч в кольцо начал только в университете. Именно в студенческие годы мужчина увлекся баскетболом. Вышел телом и лицом, спасибо матери с отцом. Да, в батю пошел. А спортом начал заниматься довольно уже в позднее время, наверное, уже когда мне было уже под 20 и за. Учился на физвозе, но поняв, что это не его призвание в жизни, отправился на кинопробы. И так увлекся этим миром искусства, что до сих пор с удовольствием снимается, пусть в эпизодических, но ролях. Недавно Владимир работал на одной площадке с Михаилом Пореченковым. Я главарь уголовной банды, где у нас с ним такое противостояние, где я его бью до крови. А он вам сдачи дал? Ну, конечно, это же драка бескомпромиссная. Но больше всего мужчины впечатлили совместные съемки с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером. Фильм снимался в Китае, в прокат еще не вышел. Но конкуренция была серьезная. Только из Крыма на роль претендовало 20 человек. Проходили множество отборов, смотров, кастингов на эту роль. Очень тщательный, скрупулезный. Что нужно было сделать, чтобы получить эту роль? Понравится режиссерам, наверное. Ну и быть, прежде всего, нестандартной внешности, не меньше 2 метров. «Титаник среди лодок». Так в шутку он называет сам себя. Активно занимается спортом и на проблемы со здоровьем никогда не жаловался. А побить мировой рекорд по росту никогда не стремился. Да и незачем. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ира, я вынужден просить у тебя прощения. За что? За то, что я прямо сейчас тебя покину, потому что уже меня ждут гости, они меня заждались. И я рад приветствовать в нашей студии Александра Мыскова, заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, а также Александру Корниенко, начальника отдела статистики населения, здравоохранения, управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю. Доброе утро. Доброе утро. Ну, традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? Удачно. Да. То есть вы все-таки считаете, что прибыть в ранний час к нам в студию – это удача? Вы знаете, я вас регулярно смотрю, и с утра мне все равно, я встречаюсь с вами в эфире. Так что. Ну, очень приятно, что у нас есть постоянные зрители. Ну что ж, давайте к нашей теме разговора. Вот насколько я знаю, последняя перепись была недавно, в 2014 году. Прошло 5 лет, и много ли изменилось с тех пор? Да, я хочу буквально остановиться еще на том, что неделю назад, 30 числа, был дан старт компании. Вот, и мы продолжаем эту компанию. Медиа в формате был, выступал Павел Викторович Малков, наш руководитель Росстата. Вот, и мы очень приятно, что эта компания поддерживается у нас в Крыму. Вот, он также отвечал на вопросы, были представители СМИ и различных организаций. И мы продолжим эту кампанию. Также с вами поговорим о переписи предстоящей. Была перепись в 2014 году, не так давно, но она была в связи с тем, что мы перешли в Россию. Крым перешел в Россию. Вот. После этого, конечно, произошли различные изменения. Но можете себе представить, более 500 тысяч различных мероприятий прошло. Это
браки, разводы, рождения, там, миграции и так далее. Вот. И увеличилось население у нас на более чем на 20 тысяч человек. Поэтому все вопросы, которые будут у нас возникать и по населению, по их составу, по национальности там, и так далее, мы видим это в 2020 году, когда начнется перепись. Когда именно ожидается перепись? С 1 по 31 октября 2020 года. Согласно распоряжению правительства номер 2444-Р от 4 ноября 2017 года о сроках проведения переписи. То есть, грубо говоря, фактически ровно через год? Ровно через год. Вот эта и кампания, которая начиналась, говорилось о том, что год до переписи, ровно год до переписи было 30 числа. Скажите, а вот в рамках страны как часто необходимо производить перепись населения? Ну, перепись населения проводится раз в 10 лет, согласно постановлению ООН. Это принято во всех развитых странах. У нас также кончается на ноль. В 10-м, 20-м, там, 30-м и так далее. Так перепись проводится. А существуют какие-то особенности переписи населения на полуострове? Ну, Александр Жужин, давайте, то я все время я говорю. Я хотела бы сказать, что Крым регион многонациональный. У нас живет свыше 170 наций и народностей. И поэтому вот это одна из главных особенностей Крыма. То, что нужно охватить всех жителей Крыма, то есть, чтобы получить от них ответы на вопросы переписного анкеты, для этого используются различные мероприятия. Но учитывая, что 99% населения нашего полуострова владеет русским языком, переписная анкета переводиться на другие языки у нас в Крыму не будет. Но будут использованы другие методы работы с населением. И мы будем нанимать переписчиков из мест компактного проживания населения, различных национальностей. Ну, если они захотят, чтобы с ними вели общение на их языке. А также в отдельных случаях будут использоваться и переводчики. Ну, у нас 99% как бы русскоязычного населения, 82% в Крыму назвали свой родной язык русским. То есть будет, ну, небольшой процент, будем так говорить, который... Ну, я знаю, что мы живем в то время, когда современные технологии внедряются самым активным образом в нашу жизнь. И вот в России есть такая совершенно потрясающая удобная вещь, как сайт госуслуг. Я знаю, что и им можно будет воспользоваться, и он будет задействован в переписи населения. Не могли бы про это рассказать? Да, это очень интересно. Ну, вообще идет цифровизация, да, в любом случае. И мы в том числе, Росстат идет по пути цифровизации, и перепись населения будет проводиться на планшетах. То есть, если, ну, в отдельных случаях буквально минимизация, если где-то будет откажет техника или еще, тогда, может быть, по традиции будет на бумажных. То есть, как вот я сижу носителя с планшетом, да, так планшетом, и ваши переписчики, да, будут когда ходить. Будет заноситься информация, передаваться потом на сервер. А также можно переписаться на сайте госуслуг, если зарегистрировано на сайте. Вот, и потом будет код подтверждения, который переписчику необходимо будет сказать, что ты переписался. Угу. Вот, человек переписывается. Также это позволит не ходить по домам, по квартирам, там, как бы, люди не все доверяют, да, переписчикам. А вот этот вопрос хотел бы затронуть отдельно. Все-таки как многие люди очень подозрительные стали. Можно ли доверять переписчикам? И как, ну, они будут удостоверять, что это не обманщик, а вор? Дело в том, что переписчик будет с удостоверением. Угу. При удостоверении должен быть паспорт обязательно. Вот. У него будет своя атрибутика. Это шарфик, это кепка, это планшет, портфель и так далее. То есть у него будет все видно. Конечно, могут подработать, да, различные личности, которые смогут. Но если при предъявлении удостоверения паспорта сойдется все, то можно доверять переписчику. Если люди не хотят, у нас есть стационарные участки, переписные участки, куда могут люди прийти. Вот, или самостоятельно переписаться. Вот здесь все сделано для того, чтобы человек мог переписаться. Александр, скажите, а вот эти вот стационарные переписные участки, что это такое? Чем там люди занимаются? Ну, это такие участки, которые будут расположены в местах компактного нахождения населения. Это крупные центры какие-то торговые, это банки, это МФЦ обязательно. Кроме того, это будут и наши переписные отделы, где будут находиться переписной персонал. Там тоже будет переписчик с ноутбуком. И тоже люди, которые не хотят, чтобы к ним домой приходил переписчик, они могут прийти на этот участок и переписаться.
Причем в муниципальных месте. Образованиях будут также там, где находится наше отдел государства. А вот вопрос такой: как можно доверять свою такую конфиденциальную информацию? Как-то для многих возраст, может, кто-то скрывает. Как это, и как я могу быть уверен, что эта информация не попадет в чужие злые руки? Ну, у нас есть закон о статистике, который определяет, что мы не имеем права распространять конфиденциальную информацию. И нам, статистикам, нужна цифра. Нам не нужна конфиденциальная информация. Естественно, она не будет передаваться. Это можете не сомневаться и не беспокоиться об этом. Она никуда, эта информация не пойдет. А что является основным документом переписи населения? Ну, основным документом это переписной лист. Ну, Александр Жуков, да. Расскажите. Значит, пожалуйста. У нас будет три формы. Форма L – это основной переписной лист, где будут все данные о населении. Форма P – это о жилище. И форма V – это о временном пребывающем здесь населении. Ну, главное, это для нас форма L. Здесь будут... А если не секрет, что означают эти аббревиатуры? Ну, так принято уже, как это личные данные, там, временный персонал. А P... Ну, это временный персонал. Да. Значит, в основном переписном листе будут данные, которые постоянно в процессе переписи. Это и данные о возрасте, поле граждан, образование, семейное положение, будет. Да, и там другие вопросы, ряд других вопросов. А кроме того, будут расширены вопросы в этой переписи о миграции населения, более пристально к этому вопросу подойдут, о том, как люди, значит, работа, местонахождение работы, то есть где она в этом субъекте, в другом городе, то есть маятника, вот эту миграцию тоже будут изучать. Кроме того, пристальный вопрос будет к родному языку. Человек владеет родным языком, является ли он для него русским, использует ли он его в быту или какой-то другой язык у него, то есть вот на это будет сделан упор. Ну, там по 7 вопросов будет. П и В. Там проживание, почему П? Да, проживание и санитарно-гигиенические нормы проживания. И В это временный. Вот так. А считается. Будут ли какие-то, может быть, такие деликатные вопросы или какие-то инновационные? Да будет дополнена анкета чем-то? Инновационные, насколько я помню, это доходы. Да. Но сами доходы статистика спрашивать не будет. Источник дохода источник будет дохода, интересоваться. Да. Вот это будет, это будет пенсия, да. Там, заработная плата или самозанятый человек, то есть учащийся, стипендия, может, или там другие какие-то доходы. То есть источник дохода нас интересует, но не сумма. Скажите, а вот уже на протяжении года 19 какие-то работы проводились в рамках подготовки к переписи населения в 20-м? Конечно. У нас с 1 апреля наняты уполномоченные. Вот, и сейчас были тоже актуализировалась работа картографического материала. Уже работа идет полным ходом, подготовка. Вот хочу сказать, что в 2014 году буквально с колес проводили перепись, но нам помогала благодаря вся Россия. Вот, а сейчас мы уже самостоятельно, планомерно, по плану работаем. Подготовка идет вот, в течение года уже работаем. У нас осталось буквально 40 секунд. Я прошу вас еще раз огласить громко и на всю страну. Когда будет перепись? Как это будет проходить? Перепись буквально будет с 1 по 31 октября 2020 года. Ждать всех. Да. Участвовать обязательно. Ну, мы не можем сказать, что обязательно, это не принудительно. Это добровольно. Пожалуйста, желательно, да. Большое спасибо. Напоминаю, в гостях нашей студии Александр Мысков, заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, и Александра Корниенко, начальник отдела статистики населения и здравоохранения управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю. Большое вам спасибо за ваш интересный рассказ. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Я предлагаю дальше узнать об уникальной профессии почтальона. Некоторые считают, что она уже исчезает, но на самом деле не все так просто. Подробнее расскажет Салия Салямова. Вот он, человек уникальной профессии, почтальон Валентина. Живет в собственном мире корреспонденции. Ее окружают письма, извещения, посылки, марки. Женщина утверждает, крымчане много пишут и читают, а потому работы, как всегда, полная сумка. Это сколько? 4,5 получается? 4,200. Сегодня повезло. Сумка еще, можно сказать, легкая, а иногда весит и все 7 килограммов. И это при том, что в день приходится проходить по 10 километров. Но зато сколько знакомств и сколько историй. Есть клиентка, очень много лет назад она обнаружила у себя опухоль на груди. Так вот, я
первая, которая узнала об этом. Для многих Валентина уже как лучший друг. При первой же возможности клиенты зовут на чай, делятся тайнами, поздравляют с праздниками. Во всенародной любви убеждаемся сразу. А вы знаете Валентину Григорьевну? Это наша любимица. Но не везде встречают с распростертыми объятиями. Осторожно, чтобы они не укусили. А могут укусить? Ну, конечно, могут. Если допрыгнут. Хуже агрессивных собак считают неуважительное отношение к почтовому ящику. Ведь в некоторые даже жалко опускать белоснежные послания. Настолько они в плачевном состоянии, если, конечно, вообще есть. Куда влезет? В какую-нибудь щель. Так, да. Ищем щель, да. Здесь. Ну, обычно сюда я засовываю вот здесь. Перед почтальоном, кстати, открываются все двери. Конечно, с такой-то связкой отмычек. И всех их следует знать в лицо. Раскладывать корреспонденцию тоже нужно умеючи. Здесь без ловкости рук не обойтись. А вы мне позволите тоже побыть почтальоном попробовать? Конечно, пожалуйста. Так, 14. Есть какой-то принцип, нет. Как класть? Просто нет. Ага. Это так неудобно. Вот так. Вот так. Вот так. И засовываем так, чтобы подальше. За 15 лет работы Валентина, в отличие от своего мультипликационного коллеги-почтальона Печкина, так и не обзавелась личным транспортом. Извините, у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. С велосипедом письма разлетались бы еще быстрее, но пока городские почтальоны только мечтают об удобстве, сельские уже оседлали железных коней. В Гуппочта Крыма закупила 300 велосипедов. Велосипеды производства Саранского механического завода. Велосипеды односкоростные, оборудованы спереди корзиной, а сзади багажником, что соответствует условиям безопасности доставки письменной почтовой корреспонденции. Пусть пока без велосипеда, но в долговечности своей профессии почтальон не сомневается и шутит, что электронные почтовые ящики ей не конкуренты. Да и письма, написанные от руки, хоть и редкость, а толще бумаг все же попадаются. С Ильей Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саш, меня всегда восхищало, как человек может умело... Вот так вот пользоваться, я бы сказала, да, своим телом, давать мозгу команду, выполнять абсолютно сложные трюки. И вот как мы видим на видео, да, это и акробатический, и в то же время силовой такой трюк, я бы повторилась, да. Мужчина из 9 гантелей соорудил конструкцию, каждая весом более 10 килограммов, и за счет умения своим телом все-таки форсировать, он выполняет такую стойку на руках. Но самое интересное, что происходит на заднем плане, где мужчина более старшего поколения показывает всем, что все-таки спорту нет преград и ни в возрасте, абсолютно ни в чем другом. Я вот помню, когда проходил мимо стадиона медицинского института, там такая надпись: «О, спорт, ты мир». И здесь, наверное, с этим не поспоришь совершенно. Но у меня есть тоже хорошая новость по поводу все-таки детей. Дело все в том, что более 100 тысяч маленьких россиян, и не только россиян, за этот год оздоровилось в оздоровительных учреждениях полуострова. Это, на самом деле, большая цифра. И вообще нужно сказать, что буквально на Медне подвели итоги этого года, который, туристического сезона, который, кстати, еще не закончился, он еще длится. Но вот за, собственно говоря, этот небольшой промежуток в Крыму отдохнуло 6,5 миллионов людей. Это показатели, которые почти приравниваются к хорошим значениям советского периода. И ожидается, что к концу октября эта цифра достигнет 7 миллионов. То есть, как это было когда-то в Советском Союзе. То есть, на самом деле, лично меня, как человека старой закалки, эта новость очень радует. Это действительно положительная новость. А я, в свою очередь, еще бы одну хотела осветить. В России могут изменить правила дорожного движения ради самокатов и гироскутеров. Таким образом, теперь владельцы этого электротранспорта будет необходимо передвигаться по велодорожкам, либо же по тротуару, но скорость передвижения не должна превышать 20 км в час. Хорошая или плохая эта новость для них, конечно, я не знаю, но все-таки, да, действительно, очень грамотно и правильно, как по мне, что этот вопрос вышел на такой законодательный уровень, и людей, которые пользуются велосипедом и другими электромобилями, они все-таки также являются участниками дорожного движения, и, наконец-то, для них будет какая-то определенная структура передвижений.
Это действительно хорошая новость, но я предлагаю вернуться к еще одной хорошей новости, которая наверняка порадует абсолютно всех россиян. Сегодняшний день очень непростой. И мне, например, особенно отрадно, что в октябре, когда родился и я, родился еще один человек. Я бы сказал, святой человек. И давайте посмотрим о его дне рождения в следующем сюжете. 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет. Владимир Владимирович окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал в следственном отделе КГБ. С 1985-го служил во внешней разведке в ГДР, уволился в звании подполковника. Свою политическую карьеру лидер страны начал в 1991 году в мэрии Ленинграда. Через 8 лет Путин занял пост председателя правительства, а еще через год стал первым лицом государства. На пост президента Владимир Путин переизбирался 3 раза – в 2004, 2018 и в 2018 годах. Рекордный рейтинг доверия к Путину был зафиксирован в октябре 2015-го. Тогда за его кандидатуру проголосовало 89% россиян. Этому помогло возвращение Крыма, серия успешных выступлений спортсменов на международных соревнованиях и участие обновленной и профессиональной российской армии в военной операции в Сирии. В последние годы глава государства посвящает 7 октября активному отдыху. Будет ли Владимир Владимирович праздновать день рождения, пока неизвестно. Ирочка, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз выходила замуж? Ты говоришь, как будто я там бываю чуть ли не каждую неделю. Я не знаю, поэтому и уточняю. Я никогда не была замужем. А и, ты? И в ЗАГСе тоже не бывала? В ЗАГСе не бывала. Я тебе честно скажу, замужем тоже не был. А вот женат? Женат тоже, но это временно. Я предлагаю, кстати говоря, подойти к гостю, который может нам подробнее рассказать об этом. Я тебя поддерживаю. И хотелось бы сказать, что у нас сегодня в студии в гостях Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака в городе Симферополе. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, а у вас в ЗАГСах всегда такие красивые женщины работают? Такой шикарной улыбкой. Исключительно красивые женщины работают, и исключительно красивые женщины вступают в брак. Замечательно. Ну что ж, а скажите, пожалуйста, вот какая статистика на данный момент? Вот сколько браков и сколько разводов? Есть ли вот разница существенная? Конечно, существенная разница есть. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали более 8000 браков по всему Крыму. Ну а разводы упали на сегодняшний день 30% всего из 100 разводов. Поэтому мы ближимся к уменьшению. Это прекрасно. Скажите, а вот у меня вопрос. Я вот, честно говоря, никогда не сталкивался с таким словосочетанием, как свадебный сезон. Что это такое? Почему он начинается именно сейчас? Осень. Прекрасная пора. Не жарко. Красиво. И, конечно, как не осенью, вступать в брак и соединять сердца и создавать семьи. То есть традиционно, вот, скажем, пик всех заключений браков приходится именно на осень? Да. А почему не лето, например? Жарко. Жарко. Почему не весну, когда расцветает природа? Сердца расцветают тоже. Ну, весной есть и другие праздники все-таки, а осень насыщена именно... Это свадебный сезон. Испокон веков, насколько мне известно, у нас осень – это пора свадеб. Скажите, ну вот если, может быть, приблизительно хотя бы статистика, вот насколько количество браков осенью больше, чем, скажем, летом или зимой? Но в сентябре мы уже зарегистрировали около 2000 браков. Если мы возьмем, что мы за 9 месяцев зарегистрировали около 8, то уже 2000 мы зарегистрировали только за сентябрь. Конечно, увеличено количество браков. Скажите, а какой средний возраст вот мужчин, женщин? А есть такое, вот, например, да, я когда изучала соцсети, что вот у женщин около 29, а у мужчин 32. Или это все очень относительно? Очень относительно. Любви все возрасты покорны, это правда. Мы наблюдаем это каждый день. Конечно, пары более осознанно на сегодняшний день подходят к созданию семьи, и поэтому мы наблюдаем действительно осознанный возраст уже после 25 лет. Это девушки и молодые люди, уже более зрелые, 30-35. Но также у нас вступает и молодежь в брак.
горячие сердца. 18-19. Им уже очень хочется создать семью. Мы не мешаем, не препятствуем. Мы только за. Если люди готовы идти по жизни вместе, почему нет? Скажите, а вот нет ли какой-то проблемы с точки зрения очереди? То есть вот если мы с Ирой захотим подать сегодня заявление... Прям после эфира. Да, прям после эфира. Это возможно сделать и в этом же месяце обручиться? Или... Ну, у нас есть законодательство Российской Федерации, которое предусматривает месячный срок для того, чтобы люди еще раз подумали, а стоит ли. Ну и также пришли к единому решению, минимум месяц молодой паре необходимо выдержать, а там уже какая дата их интересует, все возможно. То есть, грубо говоря, мы приходим, подаем заявление, ну, например, сегодня, потом вы нам говорите, ну что ж, приходите через месяц. Да. Если все у нас хорошо, мы возвращаемся через месяц, и тогда уже выбираем дату. И вступаете в брак. Нет, вы не выбираете дату, то есть вы уже приезжаете на церемонию, естественно. А почему именно месяц, почему не два? Почему не неделя? Но я думаю, что месяц – это оптимально. Две недели – мало. Больше можно не выдержать. А месяц как раз тонкая середина. А вот не бывает таких исключительных случаев, когда все-таки вот может прийти пара, и вот ее прям сегодня же распишут? Конечно, бывают. У нас есть, да, у нас есть пары, которые уже, девушки, находятся в положении, и у которых стоит вопрос о том, чтобы ребеночек появился в семье. И, конечно, срок мы сокращаем месячный при предоставлении документов, которые... Она называется справка о том, что девушка в положении. А сокращается срок на неделю или полностью? Ну, мы уже, да, это согласовано, определяемся, на какую дату паре хочется вступить в брак. Через ваши залы проходит огромное количество разных людей. Большинство из них счастливые наверняка. А встречаются какие-то удивительные браки? Например, я не знаю, между людьми, например, мужу 120 лет, а жене 150. На самом деле не все удивительные. И каждый из них по-своему. Это такие драгоценные камни. Они светятся, сияют, и очень сложно выбрать какую-то одну пару. Но, конечно, присутствуют и исключения. На моей практике была пара, самый молодой жених. Это гордость наша, ему 90 лет. И молодая невеста, которой 60. И это настоящая любовь. Их познакомили друзья. Он пришел с ее любимыми цветами. Он играет на гитаре, она танцует. Мы очень часто приглашаем их на разные мероприятия, которые проводят органы ЗАГС. И наблюдаем уже после свадебного медового месяца, как протекает их семейная жизнь. Это любовь. Поэтому любви все возрасты покорны. И это правда. И мы тому свидетели. Скажите, а вот все-таки, если мы с Ирой захотим подать заявление, какие документы нужно предоставить вам для подачи заявления? Граждане России предоставляют паспорта. Паспорт с собой? Нет. Обязательно паспорта должны быть при вас. Ну а также, если ранее был опыт, и он не увенчался успехом, то обязательно документ о прекращении предыдущего брака. И все? Да. И большое желание? И огромное желание создать семью. А потом, если мы решим развестись, какие документы? Так, начинается тут. Давайте сегодня о счастливых моментах. Но про расторжение брака можно говорить по обоюдному согласию. Это те пары, которые не имеют детей. И тогда органы ЗАГС принимают неохотно такие заявления. Пара должна быть обязательно вдвоем. Также обязательно с собой паспорта и документ о заключении брака. Это обязательно. Но если у пары есть детки, то, конечно, в интересах семьи этим вопросом занимается суд. То есть пара обращается в суд. Так, опять же, а есть какие-то? Да, мне печально об этом говорить. Я больше люблю о радости и о счастье. Тогда будем о радости и о счастье. Скажите, а вот все-таки... Насколько сложно сейчас вступают в брак молодые люди? И насколько вот та граница, есть какая-то статистика, насколько сдвинулась граница среднего возраста заключения брака? Интересный вопрос. Ну, граница сдвинулась. Пары у нас вступают в брак часто.
Очень часто. То есть статистика говорит о том, что у нас большое количество пар, которые хотят вступить в брак, и оно увеличивается. На самом деле уменьшения нет. Если мы откроем архивную книгу, там тоже огромное количество браков, огромное. Но и сейчас мы не отстаем. Mm-hmm. То есть мы идем в ногу со временем, да, и очень радостно наблюдать, Алина что Юрьевна, пары хотят вступать. Извините, в брак. Перерываю вас, потому что уже режиссеры кричат в ухо о том, что время наше подошло к концу, но я все-таки не закончу. Маленькая просьба к вам. Три слова, которыми можно советуете, как быть счастливыми в браке людям. Тремя Держать словами. Друг друга крепко за руки и никогда не отпускать. Мы благодарим вас, спасибо большое. И напоминаем, что сегодня в студии была Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака города Симферополя. Ну, я предлагаю двинуться дальше. Новости интернета, то, о чем говорит всемирная сеть. Слоненка отвергла его стадо. Дело в том, что 5 месяцев он воспитывался людьми, а теперь животному оказалось сложно адаптироваться к поведению в дикой природе. Новую семью малышу будут искать в специальных заповедниках. Художник удивил пользователей интернета необычной техникой работы. Он создал портрет актера Уилла Смита, рисуя практически без пауз, от одного края листа бумаги к другому. Однако в комментариях под видео предположили, что изображение было готово заранее, а автор видео просто стер карандашом побелку. Двое ребят ехали по трассе, буквально сидя на хвосте у фуры. Любители такого экстрима зовут себя зацеперами. Увлечение не назовешь безопасным. В прошлом году от него получили травмы разной степени тяжести более 70 несовершеннолетних по всей стране. Компания друзей веселилась посреди улицы. В этот момент к ним подошел страж порядка, но никто не ожидал, что он не только не помешает развлечению, но еще и присоединится к экипажу воображаемой лодки. Не можешь победить – возглавь! Необычный способ подружиться на дороге продемонстрировал водитель этого автомобиля. Он активно подмигивал выдвижными фарами пассажирам машины, идущей впереди, а потом и вовсе начал вилять по дороге из стороны в сторону. Видео с масштабным химическим экспериментом появилось на канале актера Дэвида Добрика. В емкости находился раствор перекиси водорода с мылом. К нему подлили йодистый калий. Похожего результата можно добиться и в домашних условиях. Нужно только соблюдать технику безопасности. Находясь в такой солнечной, яркой локации, хотелось бы поблагодарить наших партнеров Академии архитектуры и строительства вот за такую крышу над нашей головой, которую предоставили, и также компанию «Фавила» за мебель, которая украшает местность, где мы вещаем. Ну, я предлагаю к следующему сюжету перейти. Его подготовил Стефан Филатов и сюжет об уникальном актере, который недавно получил, заслуженно получил высокое звание. Давайте посмотрим его. Все, спасибо. Готовимся к спектаклю. 4 часа репетиции в полную силу, а затем премьера, отыграть которую нужно, преодолев самого себя, выложиться на 110%. Задача непростая, но даже для молодых актеров Крымского государственного музыкального театра такое по плечу. Что уж говорить о Виталии Таганове, который на сцене 34 года. Недавно его заслуги перед искусством отметили званием заслуженного артиста Российской Федерации, но говорит об этом маэстро неохотно. Я был немножечко шокирован, но после того, как начали меня друзья поздравлять, когда они начали радоваться, я порадовался, потому что радуются окружающие. Несмотря на опыт в преддверии показа пьесы «Искусство жениться», Виталий волнуется, но даже в этот миг думает не о себе. Главное, чтобы постановка тронула сердца зрителей. Мне очень нравится в нем такое качество, как доброжелательность. Даже про многие вещи, на которые бы можно было как-то жестко отозваться, он говорит, ну почему? Ну, может так, может не так. Мне кажется, это у него прекрасный черта характера. Я вот, кстати, в этом смысле у него учусь. Новая постановка по-своему уникальна, считает режиссер музыкального театра. В этом немалая заслуга Таганова. Актер раскрывает сразу 2 противоположных друг другу характера. Пьянчушку, слугу Алджерона и спортивного, подтянутого помощника Джека. Перевоплотиться помогает цирковое прошлое и опыт работы в драматическом театре. Однако важнее другое.
улыбаться. Всегда. Несмотря на то, что ты можешь быть в состоянии отстраненности, работать над ролью, думать о семье, думать о мире, мире в мире. Декорации установлены, реквизит на месте, актеры в гримерках. До начала мюзикла остается меньше часа. Десятки нарядов для каждого актера и сотни килограммов атрибутов. Все это хранится в складах и, конечно же, в гримерках. Что интересно, труппа недавно вернулась из Екатеринбурга. Туда они возили 4 фуры вот этого добра. В творческой командировке симферопольские артисты отыграли 6 спектаклей. Без выходных, на новых подмостках, перед незнакомым слушателем. Пришлось непросто. Во многом помог Виталий, признаются актеры. Само присутствие мэтра на сцене обладает магическим эффектом. Он просто такой открытый всегда, всегда горят глаза у него. Если занимаешься любимым делом, искра вспыхивает сама по себе, верит заслуженный артист Российской Федерации. Премудростям ремесла Виталий Таганов теперь обучает симферопольских студентов. С улыбкой на губах актер говорит, что и ему есть, что передать молодому поколению. Вы знаете, я думаю, что здесь дело в качестве напитка, сэр. Я заметил, что у семейных людей шампанское редко бывает столь превосходно. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Доброе утро, телезрители! Доброе утро всем тем, кто присоединился к нашему эфиру. А мы еще целый час будем вещать для вас. Александр Ткачев, Ирина Берилюк. И делать мы это будем на двух телеканалах. Первый крымский и Крым-24. Действительно, в это бодрое утро мы всем рекомендуем заварить чашечку горячего кофе, укутаться в плед, потому что наверняка отопление у вас еще не работает. Утро бодрое, такое весьма прохладное, я бы даже сказал. Ну и прямо сейчас включив телевизор и посмотреть, что же вас ждет в течение ближайшего часа. Анонс. Мир корреспонденции или полная сумка посылок. С Ильей Салямовым приоткроют завесу тайны профессии почтальона. Талантливый актер, признанный мэтр и с недавних пор заслуженный артист России. Какой он, Виталий Таганов? 49-й размер ноги, рост 2 метра 10 сантиметров. С какими житейскими трудностями сталкивается симферопольский великан? 67 лет отмечает действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. О его заслугах и важных деталях биографии. Обручальные кольца, свадебный каравай, букет невесты. Что волнует молодоженов и как подготовиться к свадебному сезону? Обо всем этом и не только в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Находясь среди деревьев, настроение также, если честно, стремительно расцветает. И хочется сказать спасибо за эту локацию нашим партнерам Академии архитектуры и строительства. У нас еще есть партнеры, которые украсили нашу площадку такой яркой праздничной мебелью компании «Фавилла». Им тоже большое спасибо. Ну, на самом деле, сейчас 8.01. Это означает то, что пора поговорить о самых актуальных событиях, которые прошли за последнее время. Итак, дело все в том, что среда может быть как комфортной, в которой находимся мы, так и некомфортной. В Ялте подрядчик начал реконструкцию нескольких дворов еще в 2017 году. Начал, но не закончил, оставив незавершенным снятый асфальт и демонтированные ограждения. И только в этом году за счет муниципальных средств работы были продолжены. А вот интересно, как же обстоят дела по этой же программе, но в других городах и районах Крымского полуострова, узнавала наш корреспондент Марина Осокина. 2 года жильцы дома на Киевской 7 ходили по горам щебня и песка вместо свежего асфальта. Работы подрядчик начал в 2017-м, получил аванс и исчез. Покрытие было разрыто, брошено, и таким образом оно достоялось до 7 сентября. Здесь не было асфальта 2 года. Здесь не было асфальта, да, 2 года, с декабря 2017 года. Точно так же экскаватором были разрыты ступеньки. Были брошены, здесь была яма, стояла лужа. Поэтому люди вынуждены были, особенно, можете себе представить, стариков, мамочек с колясками, подниматься на стенку.
Поручней нет, держаться не за что, да и скамеек в два раза меньше, чем было в проекте. Можно было бы подумать, что заботливые жильцы по всему двору развесили кормушки для птиц. Но на самом деле это мусорные урны. Так люди выходят из положения, ведь настоящие нормальные урны подрядчик им так и не поставил. А в соседнем дворе гадают, когда же им вернут ограждение и уберут мусор с клумб. У нас стоял здесь хорошее ограждение, забор, который строители сняли, вывезли, сдали на металлолом, начали ставить новое ограждение и закончилось. Куда делся весь остальной забор, мы не знаем. Доделывать разрытые дворы пришлось администрации Ялты за муниципальные деньги. Заасфальтировали, провели освещение, ставят бордюры. Подрядчиком Нижкобстрой выиграл конкурс по благоустройству 12 дворов. Часть дворов сделана полностью, ну, часть дворов, вот как вот данный пример, приехали, здесь часть установили, часть перекопали и уехали. Все. Ну, администрация, соответственно, подала в суд. Первый суд был проигран. На второй суд, на апелляцию, которая на данный момент идет, была назначена судебная экспертиза. Если решение суда будет в пользу администрации, деньги, потраченные на благоустройство, уже второй раз взыщут с подрядчика. Такая же история во дворе на улице Свердлова. Только здесь уже новый подрядчик перестал возводить детскую площадку на полпути. Раза четыре они появились. Мы не знаем, когда это все закончится. Дело в том, что скоро пойдут дожди. Мы боимся, что дети опять останутся без площадки. Или же это будет делаться очень все быстро и плохо. Ситуацию мониторят активисты Общероссийского народного фронта. На всех этапах борьбы за свои комфортные дворы стараются помогать жильцам. Видим, что у людей есть много замечаний, есть много предложений. По каждому из пунктов мы, безусловно, сейчас напишем и в администрацию города, и в Министерство ЖКХ, как контролирующий орган. И попросим, чтобы все эти время ушли. Я думаю, обязательно большинство этих замечаний будет учтено и устранено. Столицы Крыма уже завершили работы даже на самых проблемных участках. Двор на Севастопольской 70А долго ждал преображения. Здесь когда-то была старая очень площадка, оставались только ошметки такие вот от горки. Вот. И сначала построили спортивную площадку, не было ни ограждений, ничего, но люди начали приходить, и потом сделали детскую площадку. Стало очень комфортно, очень красиво, и много народу всегда приходит, и допоздна прям гуляют здесь. На севере Крыма ситуация тоже исправляется. Армянск, Симферопольская, 9. Освещения и парковок во дворе нет, игровые комплексы родом из Советского Союза. Жильцы единогласно решили участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Мы эти дороги заменим, тротуары сделаем. Тут будут детские спортивные сооружения. Конкурс проведен, подрядчик определен, скоро начнут. А во дворе 27-го дома 2-го микрорайона и на 7-м бульваре работа уже кипит. Сначала укладываем объем, потом резку ставим. Последний этап – укладка тротуарной плитки. Завершение по контракту – конец ноября, но планируют сдать раньше. За работой наблюдают местные жители. Шум тяжелой техники от занятий физкультурой не отвлекает. Не мешает. Все к одному, лишь бы все это было устроено вовремя, лишь бы все уложили в сроки, и людям будет радость, и детки будут кататься здесь. В текущем 2019 году в рамках национального проекта развития современной городской среды у нас реализуется по трем направлениям. Первое – это реконструкция бульвара номер 7 во 2-м микрорайоне и капитальный ремонт двух дворовых территорий – Корявка 27 и Симферопольская 9. Общая сумма инвестиций составит порядка 25 миллионов рублей. В этом году на формирование комфортной городской среды в Крыму потратят больше миллиарда рублей. Это и федеральный бюджет, и республиканский, и местный, и даже деньги инвесторов. В этом году уже ввели в эксплуатацию, принято 4 общественных территории и 2 дворовые территории уже приняты. Всего на протяжении 2019 года планируется обустроить 21 общественную территорию и 17 дворовых территорий. Первыми справились Евпатория, Симферополь, Белогорск. До конца года все остальные объекты планируют сдать. Марина Осокина, Евгения Довжик, Роман Ананьев, Дмитрий Лалетин и Анна Ничуговская. Новости 24. Успевают в срок. В Комсомольском парке Керчи буквально в течение месяца будет поставлен пешеходный Крымский мост и также сухой фонтан. Этот строящийся арт-объект будет достигать своих размеров более 100 квадратных метров. Мария Антишина побывала на месте грандиозной стройки и готова поделиться увиденным.
Реконструкция этой зоны отдыха началась еще в прошлом году. Проект так называемого «Сухого фонтана» создали по результатам конкурса и опроса местных жителей. Его уникальность в том, что вся техническая часть конструкции спрятана в грунт, и вода бьет сразу из-под земли. Подрядчика выбрали только со второго раза. Для выполнения работы искали проверенных и опытных специалистов. Нам, в принципе, было интересно зайти на него и вот сделать такие объекты, как фонтан. Тем более он необычный, он сухой. Это тот фонтан, который нельзя будет нырнуть, но он будет интересный, светомузыкальный. Будущий арт-объект займет больше 100 квадратных метров. Сейчас устанавливают еще один. 16 свай и одно монолитное пролетное строение. Рабочие уже готовят основания под будущую миниатюру Крымского моста. Кстати, по нему можно будет прогуляться пешком. По словам подрядчика, в начале ноября здесь установят белоснежные арки. Длина всего мостового перехода составит 55 метров. Виталий Олейник, коренной кирчанин, старается чаще выбираться в обновленный парк. Нравится наблюдать за глобальными переменами любимой зоны отдыха. Я даже помню, каким он был в 1972 году, что здесь вообще ничего не было. Здесь был пустырь, вот, Пошивальникова. И от Пошивальникова здесь вот только кусты, там какие-то деревца были, вот тут. Там были частные дома вот в конце парка. В прошлом году здесь установили новые скамейки, освещение, уложили тротуарную плитку. Ко второму этапу реконструкции Комсомольского парка приступили несколько месяцев назад. На данный момент, на 2019 год, будет сделан фонтан сухой, будет сделан общественный центральный круг и сделаны тротуарные дорожки. Также будут установлены такие же мафы и такое же освещение. Работы выполнены уже на 40%. Полностью преобразят зону отдыха в декабре 2019 года. Мария Антишина, Александр Коваль, новости 24, Керчь. Воздушное шоу, приуроченное к переходу на цифровое вещание, объединило лучших парашютистов республики и журналистов более 20 федеральных каналов. Свой первый прыжок самолета Ан-2 совершила исполняющая обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. А вот в самом центре событий побывал наш корреспондент, который сейчас расскажет, как же там было. Огромный цифровой флаг страны, все 20 обязательных телеканалов на земле. А в небе в это время парашютисты с развивающимися флагами поменьше. Коррективы в траекторию полетов пыталась внести погода, но спортсмены справились с задачей. Там ветер все еще присутствует, у земли он слабее, чем в небе. Соответственно, приходилось лететь задом. Мы не видели, куда мы летим. У нас по сторонам были еще парашютисты. Старались доставить себя на землю безопасно и аккуратно, не помешать ни себе, ни другим. По сценарию следом должны были прыгать журналисты федеральных уже цифровых телеканалов в тандеме с опытными инструкторами. Но и здесь пришлось подождать. Главный враг парашютного спорта – это ветер. Самая комфортная скорость для прыжков – это 7 метров в секунду. Сейчас она в два раза больше, плюс низкая облачность. Это небезопасно, поэтому все прыжки откладываются, и ждать можно довольно долго. И вот журналисты по очереди в самолет Ан-2 взмывает в небо. С 3000 метров под разноцветными куполами. Приземление мягкое, и сразу первое интервью и стендапы. Над Крымом картинка непередаваемая, невероятно яркая, которую вы сможете прямо сейчас увидеть. Но перед прыжками обязательно подготовка. В тандеме главное – четкое выполнение инструкций. Для того, чтобы выпрыгнуть из самолета и не оказаться в беспорядочном падении, нужно руки убрать вот сюда. А когда вас тандем-инструктор похлопает по плечу, раскинуть их как крылья у птицы и почувствовать себя парящей над землей. Для тех, кто прыгал в одиночку, подготовка более длительная. Тренировки на земле, в зале, в самолете. Ведь под куполом неба помощников не будет. Оттачивают каждое движение и, главное, сам прыжок. Леди, сэр, го! Воздушное судно поднимается в небо, и вот участники один за другим с парашютом. Свой первый прыжок самолета Ан-2 совершил исполняющий обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Приземление удачное. Поздравляю вас с выполнением прыжка. Вы стали у нас настоящим парашютистом. Совершил прыжок с парашютом самолета Ан-2. Высота десантирования 1100 метров. Скорость 140 километров в час. Жесты поддержки, которые ребята все время там делали друг другу и делали мне. И этим они поддерживали, чтобы убрать волнение. И когда уже перед прыжком волнение уже не ощущалось. К переходу на цифру полуостров уже готов. Работают 44 вышки, из них 38 в Крыму и 6 в Севастополе.
95% территории Республики Крым покрыто хорошим вещанием цифрового телевидения. Дело за будущим, я думаю, до 2021 года будет 100%, потому что в Крыму такой горный рельеф, где иногда сигнал не передается, но эти антенно-мачтовые сооружения непосредственно специально смонтированы так, что можно будет донарастить. Акция в Крыму завершилась уже поздно вечером. Яркая, насыщенная, такая же, как новая, качественная, цифровая телекартинка. Марина Осокина, Анна Ничуговская, Алексей Стороженко и Анатолий Агеев. Новости 24. Вот, Саш, чего же не хватает в такое морозное, но приятное солнечное утро? Но оно еще не морозное. Посмотрите, хоть немножко прохладно, но тем не менее все равно погода южная. Например, в Москве уже снег мокрый шел буквально вчера. У нас вот еще даже листва почти не пожелтела, поэтому все-таки у нас еще сохраняется, наверное, в каком-то смысле остатки этого бабьего лета. Но что же ожидать от сегодняшнего дня, давайте узнаем из следующего сюжета. Для тех, кто случайно вдруг не увидел информацию на экране, давайте дополнительно озвучим прогноз погоды на сегодня. Итак, в Симферополе без осадков. Температура воздуха днем до 17 тепла. В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен дождь. Температура воздуха днем 16-18 градусов, ночью 7-9 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, а днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем до 18 тепла. По Керчи. А переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем 16-18 градусов, а ночью 9 и даже 11 градусов тепла. Также прошу обратить внимание на то, что объявлено бедственное положение, возможность шторма. Более того, сохраняется высокая пожароопасность на территории лесов полуострова. Ну и приятное, это то, что вода по-прежнему имеет довольно комфортную для некоторых людей температуру. В Черном море, в Феодосии 20, в Алуште 19, в Ялте 19, в Севастополе 19, в Азовском море 18 тепла. Мы двигаемся дальше, и хотелось бы поговорить немножечко о моем любимом спорте. А вот воздушные полотна, слышал, я уверена, что слышал, возможно, даже видел, да, различные видео, где вот такие два куска ткани расположены где-то на верхней поверхности, более 6 метров, и можно делать разные такие пируэты, я даже не знаю, трюки в воздухе. Никогда ты не пробовал? Никогда не пробовал, но видел, и даже вот только благодаря тому, что у меня вот в монтажном написано, что это данное явление удивительное называется пилония, почти как название какого-то экзотического растения, типа павловния. Я не знал даже, как это называется до недавнего времени. Да, вот на видео было показано, как девушка, кстати, хотелось бы отметить, что это крымчанка, которая такие вот трюки очень завораживающие, я бы сказала, выполняла на этих полотнах. Ну, крымчане известны своими талантами, поэтому, что ж, можно только пожелать этой девушке успехов. Пускай она восславит наш полуостров во всем мире своими танцами на канатах. Это было бы замечательно. А мы снова движемся дальше, и хотелось бы рассказать о новостях, которые вот в городе Феодосии. И что же там произошло?
А вот самое интересное, что около 120 велосипедов было вручено почтальонам для того, чтобы упростить их жизнь, чтобы они смогли теперь перемещаться быстрее и активнее. Я предлагаю для того, чтобы сделать наш эфир более активным, межевать наши с тобой рассказы сюжетами. Следующий сюжет посвящен хронографу. То есть тоже, что же случилось в этот день интересного. Давайте посмотрим. 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет. Владимир Владимирович окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал в следственном отделе КГБ. С 1985-го служил во внешней разведке в ГДР, уволился в звании подполковника. Свою политическую карьеру лидер страны начал в 1991 году в мэрии Ленинграда. Через 8 лет Путин занял пост председателя правительства, а еще через год стал первым лицом государства. На пост президента Владимир Путин переизбирался 3 раза – в 2004, 2018 и в 2018 годах. Рекордный рейтинг доверия к Путину был зафиксирован в октябре 2015-го. Тогда за его кандидатуру проголосовало 89% россиян. Этому помогло возвращение Крыма, серия успешных выступлений спортсменов на международных соревнованиях и участие обновленной и профессиональной российской армии в военной операции в Сирии. В последние годы глава государства посвящает 7 октября активному отдыху. Будет ли Владимир Владимирович праздновать день рождения, пока неизвестно. Прямо сейчас я предлагаю переместиться на улицы города Симферополя и посмотреть, что же нам покажет наш мобильный корреспондент Сабина Петренко. Сабина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, наши дорогие телезрители, которые сегодня вместе с нами. А я сейчас нахожусь в центре города, вы знаете, уже потеплело немножечко, это, конечно, радует. И уже город наш просыпается, все спешат на работу, но больше всего хочу сказать, я сегодня тут заметила студентов, которые спешат на пары. И вот именно для них хотелось бы немножечко пару слов сказать, точнее обрадовать их замечательной новостью. Я думаю, многие об этом уже знают, это знаменательное событие. У нас на официальном сайте жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым было опубликовано сообщение недавнее о том, что до конца 2019 года будут полностью отремонтированы 17 общежитий на территории Республики Крым. Вы знаете, работы идут очень-очень интенсивно, потому что уже из 17 12 полностью функционируют, ну а оставшиеся 5 ждут своих преображений до конца 2019 года. Вообще, эта работа проводится в рамках госпрограммы реформирования Республики Крым, и у них очень грандиозные планы, потому что на ближайшие 2 года запланировано отремонтировать еще как минимум 20 объектов. Это не может не радовать не только наших студентов, но и вообще жителей нашего полуострова. И вы знаете, я вот сейчас даже иду и наблюдаю, что с каждым годом наш Крым, он преображается постепенно. И можно даже сказать, расцветает, словно цветок. И я думаю, не только я одна замечаю эти изменения, а даже вообще все, в принципе, жители и гости нашего замечательного полуострова. Ну что, коллеги, я бы хотела сейчас передать вам слово и пожелать хорошего настроения всем нашим телезрителям. Есть такая маленькая, но очень хорошая новость. Совсем скоро, мы знаем, запускается сообщение с материком через наш прекрасный Крымский мост. И прямо сейчас активно проходит подготовка этого события. И вот буквально на днях Крымская железная дорога получила 3 новых электровоза и 7 тепловозов, которые будут использоваться. Вообще нужно сказать, что в составе Крымской железной дороги есть уже на данный момент 47 пассажирских и 12 грузовых составов. Это очень много, и совсем скоро мы вновь увидим шум, веселье, детские крики, гомон на нашем вокзале Симферополя. Ну что ж, вокзал Симферополя – это место сбора, и люди там собираются совершенно разные. Маленькие, большие, старые, молодые, красивые и не очень, но среди них всегда особняком будет стоять человек 2-метрового роста. Крымский великан, такой огромный мужчина, живет в Симферополе. Давайте посмотрим о нем сюжет, который подготовила Ольга Литвиненко.
Подземные переходы, дверные проемы, низкие потолки – это то, с чем стоит быть особенно осторожным людям с ростом выше 2 метров. А чего стоит для них сесть в машину или зайти в общественный транспорт? Выбор одежды или обуви и вовсе кажется 7-м кругом ада. Кому-то достаточно легко подобрать одежду. Мода выработала определенные стандарты человеческого тела. А Владимир Семенов при росте 2 метра 10 сантиметров и 49-м размером ноги часто уходит с магазина с пустым пакетом, но полным кошельком. Рубашки, брюки, футболки. Подобрать хоть что-то в обычном магазине Владимиру практически невозможно. Кроссовки и те покупает вместо желанных кед. Пробелы шопинга восполняет интернет. На заказ обувь, ну это дополнительные хлопоты, конечно, проблемно было. И затраты дополнительные, соответственно. Кровать без второй спинки, обувь гигантского размера. Нетрудно догадаться, что в этой комнате живет великан. Даже предметы быта соответствуют хозяину. И что это за кружка и откуда она у вас? Моя, можно сказать, рабочая кружка. Да, здесь литр жидкости вмещается в нее. Подарок возлюбленной девушке. Стремительно расти Виктор начал еще в школе. В 16 лет отметка возле двери превысила 1,90 м. Но забрасывать мяч в кольцо начал только в университете. Именно в студенческие годы мужчина увлекся баскетболом. Вышел телом и лицом, спасибо матери с отцом. Да, в батю пошел. А спортом начал заниматься довольно уже в позднее время, наверное, уже когда мне было уже под 20 и за. Учился на физвозе, но поняв, что это не его призвание в жизни, отправился на кинопробы. И так увлекся этим миром искусства, что до сих пор с удовольствием снимается пусть в эпизодических, но ролях. Недавно Владимир работал на одной площадке с Михаилом Пореченковым. Я главарь уголовной банды, где у нас с ним такое противостояние, где я его бью до крови. А он вам сдачи дал? Ну, конечно, это же драка бескомпромиссная. Но больше всего мужчины впечатлили совместные съемки с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером. Фильм снимался в Китае, в прокат еще не вышел. Но конкуренция была серьезная. Только из Крыма на роль претендовало 20 человек. Проходили множество отборов, смотров, кастингов на эту роль. Очень тщательный, скрупулезный. Что нужно было сделать, чтобы получить эту роль? Понравится режиссерам, наверное. Ну и быть, прежде всего, нестандартной внешности, не меньше 2 метров. «Титаник среди лодок». Так в шутку он называет сам себя. Активно занимается спортом и на проблемы со здоровьем никогда не жаловался. А побить мировой рекорд по росту никогда не стремился. Да и незачем. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну вот, пользуясь случаем, находясь в зимнем саду, наверное, грех не провести тебе маленькую ботаническую экскурсию. Позволь, я подниму этот листик. Спасибо. Кстати говоря, вот здесь находится такой пальмарий, самый настоящий. Вот эта вот веточка, этот лист, это финик, чтобы ты знала. И фиников у нас растет наиболее 2 популярных вида. Вообще их около 18, но вот, скажем, в Южной России произрастает 2. Это финик канарский и финик пальчатый. И чем они отличаются? Отличаются они тем, что у финика пальчатого гораздо более разреженные листья, а у канарского до 200 листьев в розетке. И всегда можно отличить финик. У него вот такая вот, называется, перистая листва. А вот здесь растут китайские веерные пальмы, которые называются Трахикарпус и Форчуна. Это самая зимостойкая из всех существующих видов пальм. Трахикарпус форчуна. Или, ну, слово-то, наверное, немножко смешное, но переводится оно как всего лишь жесткоплодник. И вот это самая морозостойкая из всех видов пальм. Она называется веерная пальма. То есть у нее форма листа как веер. И этот вид пальм выдерживает заморозки до 18 градусов холода. Это растение широко встречается на южном берегу Крыма. И надо сказать, что настолько адаптировалось, что уже размножается самосевом и даже иногда сорничает. Вот такие вот у нас пальмы удивительные. Спасибо тебе за такой познавательный экскурс. Это было очень полезно. А ты знаешь, вот я бы хотела, например, еще узнать немножечко о профессиях. Какие у нас актуальны сейчас в Крыму, какие нет. И вот одна из них такая уже, к сожалению, вымирающая, наверное, почтальон. Вот Илья Салямова, наш корреспондент, побывала, провела целый день с человеком, который в этой профессии, и расскажет нам, что же интересного все-таки она в себе таит. Вот он, человек уникальной профессии, почтальон Валентина. Живет в собственном мире корреспонденции. Ее окружают письма, извещения, посылки, марки. Женщина утверждает, крымчане много пишут и читают, а потому работы, как всегда, полная сумка. Это сколько? 4,5 получается? 4,200.
Сегодня повезло. Сумка еще, можно сказать, легкая, а иногда весит и все 7 килограммов. И это при том, что в день приходится проходить по 10 километров. Но зато сколько знакомств и сколько историй. Есть клиентка, очень много лет назад она обнаружила у себя опухоль на груди. Так вот, я первая, которая узнала об этом. Для многих Валентина уже как лучший друг. При первой же возможности клиенты зовут на чай, делятся тайнами, поздравляют с праздниками. Во всенародной любви убеждаемся сразу. А вы знаете Валентину Григорьевну? Это наша любимица. Но не везде встречают с распростертыми объятиями. Осторожно, чтобы они не укусили. А могут укусить? Ну, конечно, могут. Если допрыгнут. Хуже агрессивных собак считают неуважительное отношение к почтовому ящику. Ведь в некоторые даже жалко опускать белоснежные послания. Настолько они в плачевном состоянии, если, конечно, вообще есть. Куда влезет? В какую-нибудь щель. Так, да. Ищем щель, да. Здесь. Ну, обычно сюда я засовываю вот здесь. Перед почтальоном, кстати, открываются все двери. Конечно, с такой-то связкой отмычек. И всех их следует знать в лицо. Раскладывать корреспонденцию тоже нужно умеючи. Здесь без ловкости рук не обойтись. Вы мне позволите тоже побыть почтальоном попробовать? Конечно, пожалуйста. Так, 14. Есть какой-то принцип, нет. Как класть? Просто нет. Ага. Это так неудобно. Вот так. Вот так. Вот так. И засовываем так, чтобы подальше. За 15 лет работы Валентина, в отличие от своего мультипликационного коллеги-почтальона Печкина, так и не обзавелась личным транспортом. Извините, у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. С велосипедом письма разлетались бы еще быстрее, но пока городские почтальоны только мечтают об удобстве, сельские уже оседлали железных коней. В Гуппочта Крыма закупила 300 велосипедов. Велосипеды производства Саранского механического завода. Велосипеды односкоростные, оборудованы спереди корзиной, а сзади багажником, что соответствует условиям безопасности доставки письменной почтовой корреспонденции. Пусть пока без велосипеда, но в долговечности своей профессии почтальон не сомневается и шутит, что электронные почтовые ящики ей не конкуренты. Да и письма, написанные от руки, хоть и редкость, а толще бумаг все же попадаются. С Ильей Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Как хорошо, что мир не без добрых людей. Татуировщик из Новой Зеландии делает тяжелобольным детишкам временной татуировки. И как он говорит, что его не может не порадовать тот факт, что дети хотя бы на короткий момент, но могут почувствовать себя счастливыми и в то же время такими крутыми татуированными ребятами. Я когда-то тоже хотел себе татуировку, а потом, надо признаться, со временем понял, что, наверное, все-таки не стоит, потому что годы берут свое, и мы не хорошеем, поэтому что же делать? Да ладно. Наоборот, мне кажется, вот какая-нибудь такая татуировка на всю руку тебя бы украсила. Как раз о такой татуировке я в свое время и думал, но, повторюсь, решил все-таки отказаться от этой идеи. Но есть у меня еще одна идея. А прямо сейчас, чтобы прямо сейчас подключиться к нашему мобильному корреспонденту Сабине Петренко, которая находится на улицах Симферополя. Сабина, доброе утро. Доброе утро, Сабин. Коллеги, доброе утро еще раз. Доброе утро, наши дорогие телезрители, которые встречают сегодня этот день замечательный вместе с нами. Ну что ж, Сашенька, ты как вообще относишься к экологическим вопросам нашей Земли? Для меня это очень больная тема, потому что я хочу, чтобы наша Земля как можно дольше сохранила свою экосистему. Я тоже этого очень хочу. И вот пообщаться на эти темы и даже узнать про определенный экопроект сейчас у наших гостей мне доведется, я тебе обязательно расскажу. Итак, в нашей студии сегодня Максим Частковский, исполнительный директор Green, и Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма». Доброе утро. Доброе утро. Ну что, традиционно рассказывайте, как ваше утро, как настроение? Настроение в Крыму всегда является бодрым и уверенным. Солнечным.
Это замечательно, очень рада. Ну что ж, давайте с вами пообщаемся. Вот 18-19 октября стартует фестиваль. Что это за фестиваль? Расскажите, пожалуйста, чтобы мы с телезрителями могли узнать, и кто хочет, чтобы смог посетить. Это фестиваль современной культуры, искусства, призванный, вообще его такое назначение, зажечь жителей Алушты, Крыма, значит, в таком общем порыве развития города в межсезонье. Вот это очень важно, на мой взгляд. И кроме того, обратить внимание на таких редких животных, которых с каждым годом становится все меньше. Да, это в основном это очевидно в Африке как раз. И то, что как раз 2019 год назван у нас в Алуште годом Африки, да, в целом это позволит развивать международные отношения, да, с Африкой. У нас, кстати, гостями на фестивале будет в том числе житель Африки, то есть он гражданин Камеруна, Исаак его зовут. Да, это он прекрасно. Будет как участник, да. Или будет он что-то будет, предоставлять? Он будет и как волонтер, и как участник. Он, в общем-то, человек, который будет в национальном костюме. Да? То есть в целом мы привлечем порядка 200 волонтеров. Это местные, со всего Крыма? Со всего Крыма, местные жители. Также я хотела бы пригласить жителей материковой части России, пусть приезжают в Крым, вот пансионат «Море», там и другие пансионаты дадут скидку на проживание. Я призываю, кстати, тех владельцев пансионатов и здравниц, отелей, чтобы они обращались к нам, к организаторам фестиваля «Алушта Грин», чтобы, значит, дать скидку приезжающим, да, чтобы развивать наш Крым в межсезонье. Вот. Ну, в целом, конечно, волонтеры, они, кстати, помимо того, что они получают бесплатное такое питание, то есть им будет предоставлено, значит, фудкорт, да, это вкусная, здоровая пища. Потом им будут подарены дождевики, футболки, но это вознаграждение, да, за участие. Но само участие, оно будет заключаться в том, что волонтеры, это могут быть граждане от 16 лет и старше до бесконечности, да, даже пожилые люди тоже могут участвовать в фестивале. До 16 нельзя? До 16 они могут принять участие, просто, например, так смотреть, да, но непосредственно работать с арт-объектами, создавать какие-то скульптуры там из картона, создавать карнавальный костюм, конечно, для этого. То есть можно, да, будет, да, вот посетители смогут, да, прям своими руками мастер-классы. Задача, да, самого фестиваля, то есть показать осознанное отношение к природе через вот через призму современного искусства. То есть каждый человек сможет не только увидеть, но и соприкоснуться, и поучаствовать, и вовлечься. То есть задача, ну, действительно, да, как уже сказалось, это привлечь внимание к окружающей среде, к осознанному отношению, вот тем предметам, через которые, с которыми мы соприкасаемся каждый день, но, возможно, как бы, ну, не понимаем, как мы это делаем. Да? И вот в этом месте, в эти дни набережная превратится в такой, арт-набережная превратится, немножко там трансформируется и превратится в такое пространство, где каждый сможет увидеть, поучаствовать в чем-то новом. Для Крыма, как мы считаем, для Крыма это очень хорошая точка развития с точки зрения, то есть это международный фестиваль, у нас будет участвовать французский театр, то есть приезжают действительно творческие коллективы, которые исколесили уже не только там Россию, но и известные там участники мирового сообщества. Вот все они на несколько дней погрузят вот всех, и в том числе они сами будут не как это принято, театр, то есть театр действия, где происходит там, и мы, зрители, здесь все будут погружены, то есть все в одно информационном, да, поле, да, когда театр вместе с вами, когда актеры, они же как бы зрители, и вот это вот все смешается. Я думаю, что именно это даст такой толчок. Да, и это, кроме того, уникальная практика для молодежи, понимаете, быть помощником оператора, звукорежиссера, значит, диджея. Это работа с мастерами, то есть это там швейное искусство будет показано, значит, кулинарное искусство, да. Хип-хоп, культура, что-то, да, да, я, да, вот, да, да, то есть это дело в том, музыка достаточно интересная, хорошая, с африканскими нотами. И вы знаете, вот это поможет нам по-другому посмотреть на Крым. Ведь Крым — это уникальный регион.
который недооценен совершенно, потому что у нас уникальный горно-морской воздух. Ведь многие жители материковой части России, они не знают, что при царской России, значит, сюда люди приезжали лечиться, оздоравливаться в любое время года. И вот то, что здесь можно сделать в Алуште, город мастеров. Вообще, да, мусор, вообще, мы все... У нас много мусора. Ребята, это не мусор, это деньги. Этот мусор надо превращать в активы. А скажите, да, пожалуйста, а вот почему Алушта? То есть почему пал выбор именно на этот город? Как-то специально или вот сложились обстоятельства? Да, инициатор всей этой программы Александр Евгеньевич Лебедев, который является почетным гражданином города Алушты, у которого учредил благотворительный фонд, и который как раз выступает инициатором поддержки этого. Это все тесно связано с саммитом, который будет проходить в Сочи, вот буквально через несколько дней после нашего фестиваля. Это тоже впервые Африка-Россия, то есть собирается крупный экономический форум. Это саммит, где будут представители там, государств, представители крупного бизнеса, и намечается много интересных партнерств. Мы привлекаем внимание сюда же через вот, ну, защиту, так скажем, животных. Ну и вообще Алушта, история, вот эта предыстория, да, то есть в Алуште уже существует некая арт-набережная из нескольких объектов известных русских там скульпторов, художников, там деревянный слон, неоновый носорог, вот сейчас еще жираф появляется. И это все создает задача привлечь внимание раз и сделать из Алушты, ну, некий такой ежегодный фестиваль, привлекая вне сезон, то есть, ну, сейчас есть некое, да, три месяца Алушты и любая там набережная кипит жизнью, но как только наступает там сентябрь, начинает, ну, снижаться загрузка отелей, туризм в меньшей степени, ну, становится привлекательным, местные жители также, соответственно, там сворачиваются, идут куда-то на зимовку. Вот, чтобы вот эта вся история, она, ну, как вот нитью, то есть это и экология, и привлечение, и развитие, и создание ежегодного фестиваля, на который будут приезжать не только приходить там жители Алушты или там Симферополя, да, а будут прилетать люди со всего мира, потому что им эта тема близка и интересна. Да, как в Бразилии, кстати, знаете, ну, да, в Рио-де-Жанейро, какие фестивали, так это карнавалы же стало национальным вообще достоянием. И давайте в Алуште, у нас очень много веселых, интересных людей, которым надо, как говорится, выразить свою творческую энергию. Это очень важно, потому что давайте дадим возможность, это как раз в октябре, конец бархатного сезона, горно-морской воздух, уникальный климат. Давайте развивать Крым. Это замечательно. Я уверена, что люди поддержат, наши крымчане в частности. Вот я так понимаю, что вот у вас четкая, конкретная цель вот на международный уровень и на ежегодное. Да, 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 каждый год должен быть годным. Например, сейчас Африка. Да, в следующий год может быть, например, Северная Америка или что-то еще. Пригласим индейцев. Пусть они расскажут, как интересно они живут в резервациях. А вот знаете, что мне интересно? Вот как вообще появилась идея создать вот такой вот уникальный фестиваль? И вот как и сама подготовка, как долго длилась? Вот поделитесь? Идея, опять же, от инициатора, от благотворительного фонда, который уже занимается там и несколько лет поддерживает вот тему защиты африканских животных, вымирающих видов. В связи с этим вот была, ну, создана концепция там на Алуште набережной, куда уже, ну, много элементов было внесено. Ну и, соответственно, подумали, почему бы не сделать из этого всего. То есть есть уже уникальное место, да, уникальное, туристический такой этот, необходимо внести туда какой-то вот еще дополнительный элемент. Это и дало толчок, это буквально, ну, идея родилась летом и в очень сжатые... Да, ну, я прошу прощения, да, время, к сожалению, ограничено. Да, я очень надеюсь, что действительно на фестивале будет много крымчан, и будем развиваться. Да. Это здорово. Я благодарю вас за такую беседу. Всех. Приглашаем волонтеров. Да, да, пусть то, что вы принимали участие. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас были Максим Частковский, исполнительный директор фестиваля «Алушта Грин», и Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма». Но мы движемся дальше, и хотелось бы показать вам, дорогие телезрители, что же еще интересного на просторах интернета подготовила для вас наша команда.
Слоненка отвергла его стадо. Дело в том, что 5 месяцев он воспитывался людьми, а теперь животному оказалось сложно адаптироваться к поведению в дикой природе. Новую семью малышу будут искать в специальных заповедниках. Художник удивил пользователей интернета необычной техникой работы. Он создал портрет актера Уилла Смита, рисуя практически без пауз, от одного края листа бумаги к другому. Однако в комментариях под видео предположили, что изображение было готово заранее, а автор видео просто стер карандашом побелку. Двое ребят ехали по трассе, буквально сидя на хвосте у фуры. Любители такого экстрима зовут себя зацеперами. Увлечение не назовешь безопасным. В прошлом году от него получили травмы разной степени тяжести более 70 несовершеннолетних по всей стране. Компания друзей веселилась посреди улицы. В этот момент к ним подошел страж порядка, но никто не ожидал, что он не только не помешает развлечению, но еще и присоединится к экипажу воображаемой лодки. Не можешь победить – возглавь! Необычный способ подружиться на дороге продемонстрировал водитель этого автомобиля. Он активно подмигивал выдвижными фарами пассажирам машины, идущей впереди, а потом и вовсе начал вилять по дороге из стороны в сторону. Видео с масштабным химическим экспериментом появилось на канале актера Дэвида Добрика. В емкости находился раствор перекиси водорода с мылом. К нему подлили йодистый калий. Похожего результата можно добиться и в домашних условиях. Нужно только соблюдать технику безопасности. Когда вес выходит из-под контроля. Да не лезет она на меня! Не лезет она! Когда ты понимаешь, что надо в себе что-то менять, тебе нужна она, акулья сушка. Жиром нельзя дружить. Мы готовы порвать, оторвать, убрать, ломать, пинать, разорвать. Работай! О! Еще! Еще! Хорошо. Сотни людей мечтают попасть в проект, но смогут только 12. Они будут сражаться со своим главным врагом – ленью. Победить или проиграть – все зависит только от них. Акулья сушка. На дворе октябрь, все-таки туризм, он в Крыму круглогодичный фактически может быть. И для таких вот случаев наверняка подойдет тема каникул. О том же, что же такое налоговые каникулы и в каких случаях они применяются, думаю, нам расскажет следующий гость, пока я присоединяюсь к своей коллеге. Ирочка, представь нашу гостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Людмила Баби, эксперт в туристической сфере. Ну что ж, как ваше настроение? Мы традиционно хотим узнать, все ли... Все прекрасно, все замечательно. Ну вот у нас сегодня такая довольно интересная тема, это налоговые каникулы. А вот что же это такое? Налоговые каникулы – это нулевая ставка налога для индивидуальных предпринимателей, которые выберут упрощенную систему налогообложения. Почему выберут? Потому что в законе четко сказано для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По сути, это снижение налоговой нагрузки на ИП, который занимается организацией временного размещения, и как следствие снижения цен на отдых, и как следствие, конечно, повышения привлекательности Крыма. Потому что соотношение цена-качество всегда для нашего туриста-гостя являлось приоритетным. А вот какие сроки сейчас налогов каникул для мини-отелей, да, в частности, вот сейчас актуально? Да, речь идет о том, что вы выбираете, регистрируетесь как индивидуальный предприниматель. Вы не должны превысить 150 миллионов рублей в год ваш оборот. Достаточно много. На самом деле вы вряд ли его превысите, если вы индивидуальный предприниматель. Состав сотрудников у вас не более 100 человек, что тоже достаточно приятно. И вам государство позволяет выбрать упрощенную, обычную либо упрощенную форму ведения отчетности. УСН и сегодня существует. Вы оплачиваете 4% от доходов, либо 10% доход минус расход. И НДФЛ, налог в пенсионный фонд и соцобеспечение. Понятно, что налог в пенсионный фонд, он остается, но это ваша старость, это, простите, ваши социальные защищенности и гарантии. Взносы в социальные фонды – это больничные, больничные обычные, больничные по уходу беременности и родам, что для нас не редкость, поскольку все-таки туризм
даже мини-отель — это такая немного женская сфера. Поэтому, если будет принят данный субъектовый закон и данный вид деятельности в Республике Крым будет отнесен к приоритетным, то уже с 2020 года вы не будете уплачивать 4%. По-моему, это достаточно существенная экономия, и очень выгодно будет таким образом регистрироваться как ИП, вести всю правовую деятельность в правовом белом поле, не иметь проблем с клиентами, которые уже сегодня не хотят связываться с физическими лицами. Понимая, что если я вас лично не знаю, мы не дружим 200 лет, наши мамы не учились когда-то в одном вузе, то я, отправив вам деньги из Новосибирска за отдых в Алуште, могу приехать и увидеть там закрытую калитку, и в лучшем случае вам этот дом не принадлежит. Я хочу иметь некие договорные с вами отношения, конечно, а это возможно только если вы индивидуальный предприниматель, ну, либо юридическое лицо. ИП на УСН, на упрощенной системе налогообложения при налоговых каникулах, это будет очень выгодно. И я думаю, что это будет достаточно популярно у наших отельеров. Это касается только мини-отелей? Это касается всех отелей, у которых оборот не превышает 150 миллионов в год. Подумайте внимательно, в принципе, это может касаться достаточно крупных объектов, которые работают сезонно. Здесь нет мини-отелей. Есть определенный вид деятельности. У нас законодательство размывает понятие мини-отели. В нашем региональном это отели до 10 номеров, в федеральном отели до 50 номеров. Считается по стандарту, да, а для нас отель 40-45 номеров, он уже мини не считается. А почему такая разница? Здесь нет какого-то четко установленного регламента. Это никогда не влияло ни на какие налоговые ставки. Это носило больше такой, знаете, сейчас и ведется большая работа Министерством экономического развития Российской Федерации, с прошлого года курирующего туризм Российской Федерации, о том, чтобы все понятия все-таки привести к соответствию. И понятие, оно сегодня есть, оно в основах, в законе об основах туристской деятельности прописано. Но оно в некоторых налоговых законах, в некоторых других подзаконных актах, они немного... Что понятие гостевого дома, что понятие мини-отеля, что понятие апартамента, что понятие хостела. Ну вот такая прекрасная мера. Как вы думаете, как она может отразиться глобально на туристической сфере? Я думаю, что гораздо больше тех отелей, которые сегодня еще по каким-то мне, кстати, совершенно неведомым причинам в тени, они выйдут из тени. Естественно, это увеличит поступление налогов, даже в части пенсионного и в части социального обеспечения. Безусловно, это повысит привлекательность нашего сектора, так как он будет белый. И я все-таки верю в то, что пресловутые 4% с дохода смогут отсутствие данного платежа, отсутствие данного налога, у вас будет нулевая ставка. Вы зарегистрировались, вы ничего не платите в течение двух налоговых периодов. Налоговый период определен для вас один год. Соответственно, хотя бы на 4-5% цены смогут снизиться, а это тоже немаловажно. То есть все-таки ожидается после введения этого падения небольшой цен? Естественно, цены будут падать, потому что сейчас я могла это мотивировать тем, что, извините, у меня есть 4% налог с оборота, и все деньги, которые вы мне заплатили, милая барышня, я согласна вам продать свое койко-место или там номер в отеле за 1000 рублей, но мне нужно заплатить 4% налог, да? И поэтому, извините, ну для вас это все-таки будет стоить на 4%, на 5% дороже. То сегодня я могу спокойно говорить о том, что, пожалуйста, у меня есть такая цена, это цена в рынке, да, мои соседи тоже продают по 1000 рублей этот номер, потому что сегодня цены все-таки формирует рынок. И сегодня не столько от затрат отходят наши ательеры, особенно ательеры, занятые в небольших отелях, так называемых мини-отелях, сколько все-таки от погоды, которая диктует улица, ну, либо рынок, да. Вот почем покупают, почем продают в интернете, какая средняя цена и сколько это в среднем стоит. И теперь все, можно сказать, будет улучшаться это положение. Я думаю, что вообще выход наших владельцев отелей в поле белое, да, в легальное, регистрация как ИП, с большими налоговыми преференциями, я знаю абсолютно точно, что это не все подарки, которые готовит и Совет Министров, и профильное министерство для ательеров, которые будут выходить и будут действовать по-белому, действуют и будут продолжать действовать по-белому. И я думаю, что это в любом случае наведет некий порядок на рынке. Все-таки, когда вы работаете с зарегистрированным ИП, либо зарегистрированным юрлицо, вы как гость и турист защищены. И все меньше будет случаев, о которых мы читаем, когда вы просто предоплатили деньги и не получили ничего. Или предоплатили деньги, получили абсолютно некачественную услугу. Извините, вынуждены прервать, потому что время не ждет, к сожалению. Время беседы нашей подошло к концу. Да, мы благодарим вас за такую информативную беседу и напоминаем, что сегодня в студии была Людмила Баби, эксперт в туристической сфере. А ну а мы движемся дальше, и хотелось бы показать нашим телезрителям, а какова же жизнь заслуженного артиста?
Все, спасибо. Готовимся к спектаклю. 4 часа репетиций в полную силу, а затем премьера, отыграть которую нужно, преодолев самого себя, выложиться на 110%. Задача непростая, но даже для молодых актеров Крымского государственного музыкального театра такое по плечу. Что уж говорить о Виталии Таганове, который на сцене 34 года. Недавно его заслуги перед искусством отметили званием заслуженного артиста Российской Федерации, но говорит об этом маэстро неохотно. Я был немножечко шокирован, но после того, как начали меня друзья поздравлять, когда они начали радоваться, я порадовался, потому что радуются окружающие. Несмотря на опыт в преддверии показа пьесы «Искусство жениться», Виталий волнуется, но даже в этот миг думает не о себе. Главное, чтобы постановка тронула сердца зрителей. Мне очень нравится в нем такое качество, как доброжелательность. Даже про многие вещи, на которые бы можно было как-то жестко отозваться, он говорит, ну почему? Ну, может так, может не так. Мне кажется, это у него прекрасный черта характера. Я вот, кстати, в этом смысле у него учусь. Новая постановка по-своему уникальна, считает режиссер музыкального театра. В этом немалая заслуга Таганова. Актер раскрывает сразу два противоположных друг другу характера. Пьянчушку, слугу Алджерона и спортивного, подтянутого помощника Джека. Перевоплотиться помогает цирковое прошлое и опыт работы в драматическом театре. Однако важнее другое. Улыбаться всегда, несмотря на то, что ты можешь быть в состоянии отстраненности, работать над ролью, думать о семье, думать о мире, мире в мире. Декорации установлены, реквизит на месте, актеры в гримерках. До начала мюзикла остается меньше часа. Десятки нарядов для каждого актера и сотни килограммов атрибутов. Все это хранится в складах и, конечно же, в гримерках. Что интересно, труппа недавно вернулась из Екатеринбурга. Туда они возили 4 фуры вот этого добра. В творческой командировке симферопольские артисты отыграли 6 спектаклей. Без выходных, на новых подмостках, перед незнакомым слушателем. Пришлось непросто. Во многом помог Виталий, признаются актеры. Само присутствие мэтра на сцене обладает магическим эффектом. Он просто такой открытый, всегда горят глаза у него. Если занимаешься любимым делом, искра вспыхивает сама по себе, верит заслуженный артист Российской Федерации. Премудростям ремесла Виталий Таганов теперь обучает симферопольских студентов. С улыбкой на губах актер говорит, что и ему есть, что передать молодому поколению. Вы знаете, я думаю, что здесь дело в качестве напитка, сэр. Я заметил, что у семейных людей шампанское редко бывает столь превосходно. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров Академии архитектуры и строительства за такую волшебную и экзотическую локацию, а также за ту мебель, которая приносит свою яркость в течение всего эфира наших партнеров, компанию «Фавилла». Дорогие друзья, но, к сожалению, время подходит к концу, и мы вынуждены прощаться с вами. Но мы прощаемся ненадолго и буквально завтра снова будем с вами. А сегодня для вас в прямом эфире работала Александр Ткачев и Ирина Борелюк. До новых встреч и увидимся совсем скоро. Завтра.